Бразильские войска прибыли в Чили для борьбы с крупнейшими лесными пожарами в истории страны. Теперь тушить лес с воздуха помогут самолеты Бразилии. Об этом заявил представитель вооруженных сил Марио Рибейро. Это un honor estar aquí en Chile para prestar nuestro apoyo a país hermano. Sí. Estamos con dos aeronaves C-130. И tenemos nuestro equipamiento listo para ayudarles a combatir los incendios forestales. По данным местных властей, огонь уже уничтожил около 500 тысяч гектаров леса и сельхозугодий, разрушено свыше 1000 домов, погибли, увы, 11 человек. Главной причиной сильнейших пожаров называют засуху, хотя полиция не исключает и человеческий фактор. Правоохранители задержали 30 человек, подозреваемых в поджогах. Российская МЧС также направила самолет для борьбы с пожарами. Ил-76 пока не долетел до Чили, там его ожидают в ближайшие часы, пока он совершил промежуток посадку в Бразилии.